хаски. Собака. Пес. А есть еще хаски рэпер. И вот этот вот хаски рэпер будет давать концерт 20 января в городе Алматы. В рок-клубе «Мотор», который возле кинотеатра «Сарарка». Большой вопрос организаторам, большой вопрос клубу «Мотор». Они за кого вообще топят? Приветствую вас, друзья. С вами Сула. Вы на канале «Казахстан сегодня». И мы начинаем. Итак, друзья, почему я, в принципе, так говорю, за кого они топят? Дело в том, что вот этот хаски, да, рэпер Дмитрий Кузнецов, да, он активно, он за оккупацию Украины. Понимаете? Он прям конкретно топит, короче, за это все. За оккупацию Украины, за смерть украинского народа. Он топит за это все. Он летает туда, на Донбасс, в Луганск, дает концерты, снимает там фильмы. И он прям топит за это все. За русский мир. Сейчас вашему вниманию давайте буквально несколько секунд его видео с 2017 года. Смотрим. Не поеду в Украину пока что. Может быть, потом, или через 5. На танке только, если. Ну вот так вот. Чел хочет въехать в Киев на танке. На танке. Вы понимаете? Вот мы не пустили сюда, во-первых, от этого, да, ручного имама Шамиля Аляутдинова. Не пустили сюда Полину Гагарину. Не пустили сюда эту Долину. Это, конечно же, они более масштабного объема, калибра, чем вот это хаски. Но в любом случае, я просто не могу понять организаторов этого концерта. Мы заплатим деньги. Он возьмет эти деньги, прилетит себе в Россию, как минимум отдаст налоги. На эти налоги, сами знаете, что сделают. Там у них оборонка вообще по полной идет. Мы что, поддерживаем это все, казахи? У меня вопрос такой. С какого перепуга он 20 января, если мы были против Гагарина и этих Долиных, этой Аляутдинова, этого ручного имама путинского? Почему мы не против этого хаски? Этой хаски, почему мы не против? Почему мы этой хаски даем здесь возможность петь 20 января? Если это Долина, Гагарина, Аляутдинов, это ненормально. В чем прикол? Этот Вася конкретно говорит, что он будет въезжать, хочет, если что, въедет в Киев на танке. Вообще, что происходит? Оставьте ваше мнение в комментариях под этим видео. Что вы об этом всем думаете? Давайте пообщаемся. На этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. Всем пока, салам алейкум, аривидерчи.